Добрый вечер. Да, меня зовут Кито Лариса. Мне 47 лет. Я принесла вам привет с гостеприимной родины Золотой Хохломы Нижегородской области. Моей семье больше четверти века. У нас два сына. 26-летний Артур и 13-летний Илья. Уже 4 года мое сердце согревает звонкий голосок моего внука Марселя. И скажу вам по секрету, на днях я стану дважды бабушкой. Наша семья в счастливом ожидании внучки. По профессии я детский врач, но работаю я мамой. Свою жизнь я посвятила интересам своего младшего сына. Он у меня теннисист. Вот так. С ним мы объехали всю Россию. Оставлять и гореть внутренним светом себе мне помогает фраза Монтескье, который сказал, что у женщины есть только один шанс быть красивой, но быть привлекательной есть 100 000 возможностей. Моя миссия королевы – вознести материнство на пьедестал вселенской любви и уважения. Спасибо. Добрый вечер. Я Сафронова Юлия, миссис Нижний Новгород 2019. Мне 34 года, у меня двое детей. Я развиваю собственный бизнес. У меня своя студия красоты, учебный центр и магазин. Мое участие в конкурсе связано с открытием такой замечательной и волшебной вещи, как любовь к себе. В этой жизни женщина может все. Она может быть мамой, она может быть женой, она может быть успешной бизнес-леди. Но главное, чтобы она не забывала, что она женщина. Милые мои женщины, любите и принимайте себя такими, как вы есть. Ведь в этой жизни нет ничего важнее любви. Приятного всем вечера. Меня зовут Фаина Хузина, мне 41 год. У меня три прекрасных дочери. И в честь своей жизни хочу рассказать вам такой стишок. Привет-привет! Я мама трех принцесс. Мы вместе дружно помогаем детям. Конечно, им не видать чудес, но с нами Бог, и значит, солнце светит. Моя мечта – открыть свой опыт всем, чтоб помогала юридическая школа. И в мире, чтобы не было проблем, и дом был неизменно полон чаши. Я верю в то, что доченьки мои по маминым стопам пойдут по праву, а я делю себя на всех троих своей любовью, надеждой, верой, правдой. Всем добрый вечер. Меня зовут Даша Яковлева, и я из города Сланцы, Ленинградской области. Я жена и мама, и уже 5 лет, как я фермер. Я за сохранение экологии. И в 2019 году стала лучшим экофермером в Ленинградской области. А также была награждена правительством за вклад в экологию. Инстаграм. Я блогер, и я популяризирую предпринимательскую деятельность на селе. И участвую в «Миссис России» для того, чтобы доказать, что русская женщина может все. Хранить семейный очаг, вести хозяйство, искать время на свое хобби и быть хрупкой и женственной. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Наталья Мауэр. Я представляю Приволжский федеральный округ. Мне 34 года. У меня трое детей. Давиду 14, Еве 5, а маленькому Авелю всего лишь 1 годик. У нас творческая семья. Я скрипачка, а мой муж – солист театра оперы и балета. И я верю, что красота и искусство спасут мир.
Козлова Татьяна. Я из города Дзержинск, Нижегородской области. Наш город еще часто называют городом химиков. Мне 35 лет, у меня трое детей. У нас очень дружная и счастливая семья. Я хочу выразить огромную благодарность моей семье и моему супругу за огромную поддержку. Спасибо, Сережа. У нас собственный бизнес, но помимо работы мы осуществляем поддержку детям, взрослым, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Участвуем в различных благотворительных программах и акциях. И я очень благодарна своему супругу, что у нас одинаковое видение этой проблемы и что у него очень доброе сердце. И очень рада, что с каждым годом в нашей стране все больше и больше людей занимаются благотворительностью, присоединяются к этому направлению. Также хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам конкурса за их титанический труд, за их терпение огромное, и сказать, что конкурс придал мне очень много новых сил и открыл во мне очень много талантов и новых возможностей. Всем спасибо. Меня зовут Екатерина Трофимова, и я представляю Московскую область. Я счастливая мама 5 талантливых и спортивных детей. Быть мамой-чемпионом – дело нелегкое. Поэтому, имея 2 высших образования, я не останавливаюсь в развитии. Сегодня меня сопровождает такое счастливое число 7. У меня эта цифра ассоциируется с семьей. Я думаю, для всех семья – это самое важное в жизни человека. Я желаю вашим семьям процветания. Создавайте великих людей, передавая семейные традиции и ценности. Здравствуйте! Я рада приветствовать всех гостей, членов жюри и прекрасных участниц в этом зале. Меня зовут Алена Белитова, мне 30 лет, и я представляю столицу Золотого кольца России, город с 1000-летней историей – Ярославль. Я русский фэшн-дизайнер и основательница собственной компании. Основным направлением моей деятельности является создание уникальных украшений и изделий ручной работы, которые украшают девушек по всему миру – на свадьбах, фотосессиях и конкурсах красоты. По специальности я архитектор, окончила музыкальную и художественную школу. И для меня большая честь, что сегодня мои короны увенчают победительниц конкурса красоты «Миссис Россия 2019». Добрый вечер. Меня зовут Ксения Кривко, и я представляю свой родной город Кемерово, столицу угольного Кузбасса, который прославился на весь мир своим черным золотом. Уголь дает энергию, а значит, дарует жизнь. И в этом мы с ним немножко похожи, ведь я дала жизнь 4 сыновьям. И как многодетная мама, я уверена, что будущее России во многом зависит от того, каким мы воспитаем новое поколение. Я мечтаю, чтобы в нашей стране становилось все больше таких больших и дружных семей, как наша. И поэтому я активно развиваюсь как эксперт по семейным отношениям, как автор и ведущая женских тренингов. И в конкурсе «Миссис Россия» я вижу уникальную возможность прославлять семейные ценности и материнство. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые жюри. Любить, дарить добро и удивлять. Меня зовут Екатерина Нишанова. Я миссис Геленджик 2019. Счастливом браке 15 лет. Наша гордость – 2 сыновей. Быть родителями – значит быть примером. Я благодарна за возможность заниматься любимым делом. И признательна конкурсу «Миссис Россия». С вами мои мысли будут услышаны. Ведь радость жизни – это наши дети.
И в нашей общественной организации мы всеми силами помогаем детям с ограниченными возможностями. Их успехи – наше счастье. Я призываю дарить добро, оно в сердцах, а мирная жизнь в наших руках. И я знаю, счастлив тот, кто счастлив в семье. И я хочу пригласить всех участниц на карнавал в город Геленджик и устроить королевское шоу. Спасибо. Здравствуйте, я Митрофанова Анна. Успешна, красива, любима, желанна. Мой муж Алексей, моя поддержка и сила. Ему я от сердца ключи подарила. У нас трое деток, каждый вселенная. Аришка, Илья, Вероника, все необыкновенные. Трое детей, это же надо решиться. Я многомать и всегда буду этим гордиться. Работа легко, она же любимое дело. Я с детства всех женщин красивыми сделать хотела. И вот как настал подходящий момент, пришел в мою жизнь перманент. Еще важный факт, я из Самары. У нас здесь есть Волга, ракета и площадь славы. Но больше всего Самара гордится красотой своих девушек. Приглашаю вас убедиться. Желаю всем такого счастья и жизнь свою прожить красиво. Себе хочу одну лишь малость – выиграть конкурс «Миссис Россия». Но а миссия моя – на самом деле продолжать наше женское движение, заявить этому миру, что я готова сделать его лучше, помогать тем, кто требует моей помощи. И я очень хочу оставить след любви, красоты и доброты на легендарной планете женщин, во главе которой несравненная Алла Юрьевна Маркина. Спасибо. Я Влада Брем. Горда собой, что именно я представляю наш город Иркутск, расположенный на священной земле Байкала. Моя сила в чистом сердце, амбициозности и энтузиазме. Я знаю себя, верю в себя. Ой, переживаю. Четко вижу цели, смело иду к успеху. Я успешна, умна и самодостаточна. Мой путь был интересен. Отличница в школе, ранний брак, рождение сына в 11 классе, работа продавцом в павильоне «Свежая рыба». Одновременно получаю высшее образование. И затем перемены. Рядовой бухгалтер в звании младший лейтенант, до главного бухгалтера ФСИН России по Иркутской области, рождение двух дочерей, и на данный момент я финансовый директор. Я люблю свое дело. Вы знаете, мне кажется, что я являюсь примером для молодых мам. Я знаю, что шанс не бывает единственным в жизни. Единственной бывает только сама жизнь. Я открыта миру и готова к новым переменам в жизни. Я здесь, я живу, и это прекрасно. Добрый вечер. Меня зовут Анастасия Кораблева. Мне 34 года, и я представляю город Новороссийск. Я единственная девушка в своем крае, которая возглавляет свою собственную компанию в области строительства бассейнов, бань и спа-комплексов. Я родилась и выросла в Эстонии, в городе Таллине. Там в 4 года меня отдали в балетную школу, и я 20 лет посвятила танцам.
У меня также есть семья, моя любимая, сын и муж. Вместе мы 13 лет. И я очень благодарна своему супругу, который находится здесь, в зале, за то, что я стою здесь. На сегодняшний день я веду здоровый образ жизни. Я принимала участие в различных фотосессиях для глянцевых журналов, а также была отмечена Аллой Юрьевной Маркиной в номинации «Звездный успех года». Благодаря своему бизнесу. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Мельникова Маргарита. Мне 30 лет. Я миссис Волга 2019. Почему Волга? Я родилась в Костромской области на Волге и живу в Нижнем Новгороде на Волге. Я уже 10 лет как учитель английского языка. На данный момент я домохозяйка и мама-блогер. Моя мечта родить двойняшек сбылась. У меня Лолита и Платоша, им скоро 3 годика. Третий сыночек Левушка, ему скоро 2 годика. И изумительная разница между моими детьми 1 год, 1 месяц, 1 день. Я занимаюсь спортом, я пою, я играю на музыкальных инструментах. Я верю в Бога, я знаю, что Он меня слышит и помогает. Я люблю жизнь, и жизнь любит меня. Я позволяю всем моим мечтам сбываться. Я благодарна своей семье за помощь в любых моих начинаниях. Я счастлива, что я стою на этой сцене. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Светлана Жаворонкова. Мне 33 года. Я из города Рязани, представляю Центральный федеральный округ. Я многодетная мама, у меня 3 прекрасных дочери. Злата 8 лет, Эмилия 6 лет. И сегодня моей младшей дочке Еве исполнилось 2 года. Я очень люблю спорт, я кандидат мастера спорта по легкой атлетике. Несмотря на все это, я работаю главным бухгалтером юридической компании. Очень рада, что попала на конкурс. Спасибо. Красою полон зал, и непременно здесь самых лучших будут выбирать. Позвольте я представлюсь. Я Пупова Елена. Мне 33, жена и дважды мать. Родимый край с любовью представляю. Великий Новгород, древнейший на Руси. Он юбилей свой нынче отмечает. Наполнен памятниками, статен и красив. И о своей семье скажу я вам пару строчек. Заботливый и любящий супруг, красавица и умница, две дочки, Елизавета и Валерия зовут. Быть женщиной – вот главное призвание. Мне нравится быть мамой и женой. Я с радостью вяжу и вышиваю, и для родных готовлю я с душой. А также творчеству я время посвящаю и приобщаю к этому семью. Участвую в различных фестивалях, раскрашиваю цветом жизнь свою. 2 высших у меня образования. Английский изучаю каждый день. Я путешествовать люблю по разным странам. Не знаю слов усталость или лень. Вся жизнь моя всегда полна событий. Мы любим на природе отдыхать. Я вкладываюсь в деток, в их развитие. Хочу нести достойное звание мать. Что ж, всех благодарю за внимание. Великий Новгород, вас в гости ждем скорей. Чтобы в историю вы окунулись вместе с нами от древности до современных дней. Спасибо. Приветствую всех. Меня зовут Евгения Савенкова. Я представляю Кубань. У меня 2 замечательных деток. По образованию я юрист, недавно получила профессию коуч-консультанта. И вот уже более 7 лет я работаю в индустрии красоты. Открыла студию дизайна волос, где с радостью встречаю каждую клиентку. Люблю спорт, веду здоровый образ жизни. Очень люблю море. Я желаю вам отлично провести этот вечер. А мы создадим вам настроение на 100%.
Меня зовут Мария Волкова, и я представляю территорию доброты, красоты и любви Удмуртию, город Ижевск. Время на планете женщин пролетело, как комета, и встретила я здесь очень много особенных девушек. Такие девушки, как звезды, что светят с ночи до утра. И все мы, звездочки, согреваемся, а самое яркое и жизнерадостное солнышко – Маркину Аллу Юрьевну. Уже завтра нам предстоит вернуться домой, но приедем мы обновленные и заряженные, и будем создавать уже новую вселенную, показывая пример другим девушкам, которые в материнских буднях совсем забыли, что они королевы. Спасибо огромное моей семье, моим друзьям, моим близким за поддержку, что вы здесь сегодня. Спасибо организаторам конкурса. Вы просто космос. Я люблю вас до Луны и обратно. Я представляю свой родной город Рязань. Я родилась в музыкальной семье, где пению и игре на инструментах отводилась очень важная роль. Мой прадед был великим, самым великим капельмейстером за всю историю Рязани, он управлял военным оркестром пехотного училища. Моя мама учит детей больше 50 лет, и всю жизнь я вместе с музыкой. У меня три высших образования. Я венценосный носитель трех красных дипломов, являюсь выпускницей Академии музыки имени Гнесиных. И уже более 20 лет передаю знания студентам, многие из которых, как и я, являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Мой сценический псевдоним — Алина Дубинина. Я основательница музыкального жанра «Русский стиль». И сейчас готовится к выходу сольный альбом, главным хитом которого является песня «Костя», которую написала Ирина Дубинина. У меня счастливая семья. С супругом 3 дня назад мы отпраздновали фарфоровую свадьбу. Спасибо ему за то, что поддерживает меня во всех моих сумасшедших начинаниях, и ну и не очень сумасшедших, во всяких, в разных совершенно стезях. У нас две замечательные дочки, которые очень похожи на нас. Впервые я вышла на сцену, когда мне было 3,5 года. С тех пор я не могу выйти из света софитов. Они мне дарят такое счастье, такую радость. И вот теперь я здесь, на конкурсе «Миссис Россия», чему, безусловно, очень рада и счастлива. И очень надеюсь, что когда-нибудь мои обе дочери вступят в эту чудесную королевскую семью и представят город или города, в которых они будут жить со своими мужьями на этом замечательном конкурсе «Миссис Россия». Ну а год уже будет тот, который будет. Спасибо. Ломать не строить. Все знают эту фразу, лишь немногие знают, что зачастую сломать – это в разы сильнее и сложнее, чем построить. Здесь у каждой девочки, у каждой девушки на сцене, и у меня в том числе, есть своя история. И женщина, как никто другой, знает, что такое птица Феникс, как испепелять себя дотла и взлетать ввысь с новой силой из пепла. Меня зовут Наталья Резникова. Я представляю Ставрополь, Ставропольский край. Я мама 3 детей. Добрый вечер. Меня зовут Шатрова Виталия. Мне 46 лет. Я родилась и живу в городе Рязань. У меня 3 детей. Дочь 27 лет. Сын 21 год и дочке 8 лет. Еще у меня 3 маленьких внуков. Спасибо.
В моей жизни очень много увлечений. Я активно занимаюсь спортом, являюсь участницей многих спортивных соревнований по фитнес-бикини, фитнес-модели. Спасибо. Мой бизнес связан с маленькими модниками. У меня небольшой свой магазин детской одежды. И считаю, что вкус прививается с детства. Вы знаете, все, что я сейчас имею, все, что я добилась в своей жизни, я, конечно же, обязана своему мужу. Я безумно его благодарю за то, что он меня всегда поддерживает во всех моих начинаниях. Он позволяет мне и нашим детям заниматься саморазвитием. И если вы все меня спросите, что для меня самое важное, я вам, конечно же, отвечу – это семья. Спасибо за внимание. Добрый вечер. Сочинила стихотворение, от страха не могу запомнить ни строчки, поэтому не судите строго, я прочитаю вам. Приветствую, Елена Чеботкова. Я к вам приехала из Волгограда. Я мама шестерых, три младших из которых тройняшки родились, чему я очень рада. Мне 46, и это очень круто. Так многого достичь еще хочу. Да, я, кстати, уже бабушка трех внуков. Понятия я их с радостью учу. Когда есть 6 детей и младшие тройняшки, и нет ни бабушек, ни няни, а только муж и я, то лишние все уси-пуси, няшки. Здесь дисциплина, здесь ответственность важна. Весь дом теперь в наградах и медалях. Волейболист успешный, и гимнастка, и хоккеисты в трех своих я рада на пьедестале видеть очень часто. Мне говорят, что я редко улыбаюсь. Я сдержана, всегда настороже. Друзья, на самом деле, я признаюсь, я улыбаюсь часто, но в душе. Добрый день, меня зовут Светлана Козина, мне 36 лет. Я врач-диетолог и психолог по коррекции пищевого поведения. Если что, обращайтесь. Я мама прекрасных двух детей. У меня сыну 15 и дочери 5. Привет им. Я представляю свой любимый город Сочи. И так как я сочиняю стихи, я хотела бы вам прочитать о моем городе стих. Держите, пожалуйста, аплодисменты. А я столица. Полон день забот, переговоры, презентации и прочее. Ну а в душе играет, как аккорд, шум моря в моем любимом Сочи. Сочи, счастье в каждом взоре. Сочи, рай на Черном море. Сочи, Краснодарский край. Сочи, про меня не забывай. Здесь отдыхает разный контингент. Кто поиграть, кто круто покутить, да что там говорить, здесь отдыхает президент. Вам это хоть о чем-то говорит? У сочинцев отдельный разговор. Здесь люди солнце, светлые, простые. За стол усадят, лишь войдешь во двор. Никто не скажет, что вы здесь чужие. Все, завтра же закончу я дела, и захватив с собой российскую корону, я полечу в прекрасный край тепла. Итак, согласны вы лететь со мною? Видимо, никто Сочи не любит. Спасибо вам большое. Приезжайте в мой любимый город Сочи. Я вас люблю. Я приветствую всех в этом зале. Меня зовут Наталья Демидова, я представляю Чувашию.
У меня один ребенок, и кроме того, что я счастливая супруга и мама, я руковожу своей аудиторской компанией. Сегодня с этой сцены мы говорим о самой важной в жизни ценности. Это семья, дети, дом, о том, как важно найти баланс между карьерой и семьей. Я желаю всем найти этот баланс, чтобы быть по-настоящему счастливыми и гармонично развиваться на своем пути жизненном. И еще я хочу сказать большое спасибо моему супругу, который меня во всем поддерживает. Спасибо за его любовь. Спасибо. Здравствуйте. Александра Кузнецова, 30 лет. Всем привет из Санкт-Петербурга. У меня один ребенок, Арсений, ему 2 года. По образованию я преподаватель русского, английского, итальянского. Сейчас у меня свой бизнес. Я таргетолог и ставлю рекламу в Инстаграм и на Фейсбук. Также я пою и занимаюсь западной астрологией. Я хочу обратиться ко всем вам. Чтобы быть счастливыми каждый день, нужно ставить перед собой маленькую цель и идти к своей большой мечте. Тогда все ваши мечты и цели будут исполняться, а вы будете лучше и счастливыми. Я желаю вам счастья. Моей планеты ярче не найти. Я словно солнце землю освещаю. Благодаря стараниям моих рук на свет выходит красота такая. Всегда дарю тепло своей семье, заботой окружаю днем и ночью. И нет людей счастливее и дружнее, чем мы с супругом, 2 сынка и дочка. Характер яркий, позволяет он мне двигаться, как будто без усилий. Недаром весь Уральский регион представлен мной на конкурсе России. Мы все должны стремиться ввысь, парить к мечте, расправив крылья, словно птицы, чтобы, забыв о будней суете, всего, что нам захочется добиться. Марина Мантрова, я представляю Уральский регион. Я многодетная мамочка по профессии дизайнер. И желаю вам приятного, доброго вечера и хорошего настроения. Добрый вечер, Россия! Я Кристина Кашубая, и мне 29 лет, хотела сказать 28. Я представляю черноморский город Туапсе. Я замужем за мужем, муж. Я благодарна тебе за то, что я сейчас нахожусь здесь, на этой сцене. Очень тебя люблю. У нас 2 дочери, Арина и Василиса. Арине 5, Василисе 2 годика. Моя карьера начиналась с должности курьера. Сейчас я занимаю должность финансового директора в строительстве. Но при этом я считаю, что самое большое счастье – это, конечно, семья. Я хочу поблагодарить оргкомитет конкурса за то, что у нас была потрясающая, насыщенная неделя мероприятий за этот конкурс. Дорогие друзья, вам просто стоит наслаждаться сегодняшними такими быстрыми летящими минутами вот этого фееричного шоу и, конечно, зарядиться нашей королевской мощной энергией. Спасибо.